Ну что тут задерживают судьи. Свисток надо было давно дать уже на пробитие. И Лазушин очень красиво переигрывает форварда, ведущего форварда Попрода. И вот сейчас Лаланд выходит победителем из этой дуэли впервые. Здесь бросит по клюшке. Ему стукнули. Теперь через защитника издалека Сутин и отбил и не позволил Микелису Редлексу там. В полном составе Динамо отбились гости. И сразу же последовал пас на Бабенко. Ворота сдвинуты. Бабенко шайбу не забил. Промежуточный. А вот это хороший перевод. И хороший сейф от Вадима Тарасова. Отличный перевод. Это вообще интересно, конечно, пятерка, два праворуки. Хватились, и какой пас получается, посмотрите, может получиться выход и один на один. Бросок, щелчок даже Силуянова, и что дальше? Здесь Джефф Глаз, как белка в колесе, по-другому и не скажешь, крутится. Понимаешь, что? Человек, который...